Всем привет! Как всегда, заглянув в мой календарь праздников, я отметила два интересных события. Во-первых, сегодня Всемирный день безработных. Во-вторых, день воздушно-пузырчатой упаковки. Это такой антистресс прошлых лет. Помните, когда приходила посылка и что-то было упаковано в эту полиэтиленовую защиту? Не так важна была посылка, как удовольствие от лопанья воздушных пузырьков. Но говорим сегодня о безработице. Точнее, смотрим газеты и узнаем, каких специалистов искали в прошлом. Начнем с 1992 года. В школе номер 4 требуется учитель французского языка. Нагрузка 18 часов, оплата до 1500 рублей. По тем временам это хорошая заработная плата, как считаете? Заглянем в еще более далекое прошлое. На этот раз в 77 год. Для работы в воспитательном учреждении требуются мужчины на должность воспитателей. Заработная плата устанавливается с учетом стажа и образования. Также требуется военизированную охрану мужчины и женщины. Оклад от 115 до 170 рублей, в зависимости от стажа. Принятые на работу обеспечиваются бесплатным проездом по железной дороге. Так интересно, ни разу не видела мужчину-воспитателя. Хотя одно время я работала детским аниматором и посетила не один десяток садиков, но мужчин я так и не встретила. И напоследок посмотрим газету от 62 года. Кто же мог требоваться на работу в то время? Инженеры-механики, инженеры-технологи, газосварщики, химики-аналитики, архитекторы, строители, бойцы-газоспасатели, конструкторы, сварщики и другие специальности. Это было предсказуемо. Город развивался и, конечно, требовались те, кто влияет на успешное развитие и строительство города. Желаю всем, кто ищет работу, получить самый эффективный и высокооплачиваемый результат. А тем, кто уже работает, ждите повышения зарплаты, хорошей должности и прибавления дней в отпуске. Удачи!